Всем доброго дня. Тут немножко налил водички. Хочу сделать обзор по лампочкам светодиодным. По производителям я не буду говорить, я вообще покажу, какие есть лампочки. Ну, вот смотрите, вот такие вот лампочки появились относительно недавно. 4-5 ватт у них максимум, вот таких лампочек. Вот видите, как они сделаны. Я сразу говорю, очень советую такие вот именно лампочки. Дают гарантию они достаточно. Там 3-5 лет, смотря какой производитель. Вот такие вот лампочки. Хорошо ставить. Сейчас я попробую показать. Вот как такие в потолок, да? То есть у них получается направленный свет, как у прожектора. Вот. Она очень, то есть она 6-ваттная, вот именно вот эта лампочка под миньон. И вот эта вот часть не пластмассовая, а керамическая. То есть керамика хорошо отводит тепло. И, скажем так, ее увеличивается долговечность. Вот такие лампочки. Ну, где-то 120-130 градусов у нее по бокам. То есть в люстры, в настенные, ну, нежелательно. То есть, ну, в основном тоже скрадывается. Можно в потолок такие вкручивать лампочки. Вот. Вот этот вот ободок весь пластмассовый. То есть в середине там стоит алюминий. Но никак вы его не проверите, насколько тут хорошее качество вообще алюминия. Вот. Вот такие вот есть. Вот это вот самое большее мне нравятся такие вот лампочки. Вот это все идет алюминиевый радиатор. Вот здесь столько много вот светодиодов на этом всем. То есть тепло очень хорошо снимает. Эта лампочка тоже 5-ваттная. То есть они, в принципе, примерно все одной мощности. Но видите, я тут допаял сопротивление. То есть я купил ее, хватило ненадолго, вообще ненадолго. И когда я пересчитал, ну, скажем так, один светодиод, они считаются не в вольтах, а в миллиамперах. То есть я посчитал по 20 миллиампер на каждый светодиод, взял количество, перемножил напряжение сети, и получилось, что здесь сэкономили на этих диодах. Тут бы еще штуки 3 надо было вставить, тогда бы она нормально светила, и выгорел светодиод. И мне пришлось, когда я пересчитал, вот заменить на сопротивление. Я думаю, это все в индивидуальном порядке считается. То есть я не буду говорить, сколько здесь Ом. То есть если вы так решили сделать, посмотря этот ролик, то надо будет пересчитывать еще мощность самого сопротивления. То есть я здесь взял, по-моему, 0,125 Ом. Ой, не Ом, а мощность 0,125 ватта. Вот, по-моему, вроде как хватает. Вот, пока нареканий не было, уже года 2 оно вот так вот стоит у меня. Вот, по долговечности. Я вам скажу так, вот такие вот лампочки, это у нас лампочки, по-моему, Евроламп я купил. Тут ничего не написано, но, по-моему, это все Евроламп. Вот, значит, у них была гарантия 2 года. Простояла она у меня 2,5 года и начала мерцать, и, короче говоря, в результате я ее выкрутил, выбросил. То есть, в принципе, то, что они пишут по гарантии, оно попадает. То есть, Евроламп не такая уже она и огромная. Такая суперфирма, прямо качественная. То есть, это самое низкое качество, если вы обратили внимание, из всех этих лампочек. И, тем не менее, 2,5 года она просто. Ну, в принципе, все, что я хотел рассказать об этих лампочках. Ставьте лайки, пишите. До новых встреч!